Обзор по паре американского доллара к российскому рублю. Часовой график. В пятницу была опубликована процентная ставка Центральным банком России. В отличие от ожиданий снижения на 25 базисных пунктов, процентная ставка была снижена на 0,5% до 9,25%. Как можно заметить, первая реакция рынка для рубля была позитивной. При всем при этом преодоление ключевого уровня поддержки 57 рублей и 36 копеек не произошло, что в соответствии также и с данными публикации процентной ставки, которая уменьшилась, соответственно, еще и оказалась ниже ожиданий, повышает вероятность дальнейшего восходящего движения после отскока от данного уровня. И, соответственно, восходящий рост будет ограничен в первую очередь лишь сопротивление 57.97 и дальнейшее сопротивление, на которое стоит обратить внимание, и в случае преодоления ближайшего сопротивления, на которое стоит обратить внимание и фиксировать прибыль, является 58.58.